В Челябинской области больше 3 месяцев ведутся поиски пропавшей девочки. В конце февраля Галина Богданович самовольно покинула социально-реабилитационный центр. Поиски пропавшей 17-летней девушки до сих пор ведутся отделом полиции Калининский по городу Челябинск. Ее приметы – рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в шапку серого цвета, пуховик черного цвета с мехом, брюки черного цвета, сапоги тоже черного цвета. Полиция ждет звонков от тех, кто знает, где она может находиться.